светят мне даже днем, даже днем. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленький мой взрослый удивительный взрослый. Отстояли свободу отчизны, землю спасли от фашистской чумы, возродив человечество к жизни.
пламя высокой любви жаром души зажги. Танка это слово гудит, как набат. Это люди геройской породы. Сердце горящее держат в руках, путь озаряя народу. Сердце горящее держат в руках, путь озаряя народу. Танка, мирный труд, словно ратный порыв, целина стройки века и космос. Новые песни, победный мотив, над планетой красиво и просто. Пламя высокой любви жаром души зажги. Танка это слово гудит, как набат. Это люди геройской породы. Сердце горящее держат в руках, путь озаряя народу. Сердце горящее держат в руках, путь озаряя народу. Путь озаряя народу. Уважаемые члены клуба, мы начинаем с вами очередное заседание в прекрасный летний день, который так и называется «Ах, лето красное». Кто-то сказал из знаменитых людей такую фразу: «У меня два сезона в жизни – лето и жду лето». И вот это лето настало, и оно действительно прекрасное, да? Теплое, жаркое, как и положено быть лету. Вообще лето должно быть жарким, зима снежной, осенью слякоть должна быть, весной лужи должны быть. И все это мы любим, потому что мы любим все четыре времени года, которые нам дарованы. Но про лето красное, как известно, сказал Пушкин: «Ах, лето красное, любил бы я тебя, кабы ни зной, ни пыль, ни комары да мухи. Ты все душевные способности губя, нас мучишь, как поля мы страждем от засухи, лишь как бы освежить да напоить себя, иной в нас мысли нет. И жаль зимы старухи, и проводив ее блинами и вином, поминки ей творим мороженым и льдом». Ну, мы, конечно, рады лету, оно нам не докучает, нам хорошо в эти три месяца. И вот про эти замечательные летние дни сегодня мы с вами и поговорим. Вот. О том, что лето красное, несмотря на комаров и мух, о том, что лето – это маленькая жизнь, как мы хорошо с вами знаем, и о том, что, и то, что еще есть лето красное, будь со мной, да, не убегай от меня. Пожалуйста, Николай Григорьевич, вам первое слово. Летнее, пожалуйста. Хотел объяснить, дорогие мои. Дело в том, что мне приходится с печальной вестью сказать. Вчера похоронили Вырледова Виктора Георгиевича. Ну что, он ветеран из ветеранов. Поэтому он и председатель был Совета ветеранов военной службы и военных, и тех, кто воевал. Ну что ж делать, болезнь есть болезнь. Вчера его похоронили, поэтому я предлагаю минуты молчания почтить память Вырледова Виктора Георгиевича. Thank you.
жизни причала. Я только молодой сужеван, до мудрости причала. А жизнь ведь не прошла, а началась сначала. Стекает волос, по серебрилой жизни. Здесь, пожалуйста. Но жизнь есть жизнь, она продолжается. Мы говорим о красном лете. В последнее время солнце, солнце и солнце. И я вспомнил стихотворение Маяковского «Солнце». 140 солнц закат пылал, в июль катилось лето, была жара, жара плыла, на даче было это. Пригорок Пушкина горбил акулою горою, а низ горы деревни был, кривился крыш корою. А за деревнею дыра, и в ту дыру, наверное, спускалось солнце каждый раз, медленно и верно. А утром снова мир залисовало солнце ало. И день за днем ужасно злить меня вот это стало. И так однажды разозлясь, что в страхе все поблекло, в упор я крикнул солнцу: «Слазь! Довольно шляться в пекло!» Я крикнул солнцу: «Дармоед! Витаешь в облаках ты, а тут, не зная ни зимний лет, сиди рисуй плакаты!» Я крикнул солнцу: «Погоди! Послушай, златолоба, чем так без дела заходить ко мне на чай зашло бы? Что я наделал? Я погиб. Ко мне по доброй воле само раскинуло шаги, шагает солнце в поле. Чтобы испуг не показать, я ретируюсь задом, уже саду его глаза, уже проходит садом, в окошке двери щель войдя. Валилось солнце масса, валилось, дух переводя, заговорило басом: «Гони обратно я огни впервые с позволения. Ты звал меня, поэт? Чьи гони? Гони, поэт, варенье!» Слеза из глаз у самовар. Жара с ума сводила. Но я его на самовар. Ну что ж, садись. Вот. Я дальше не буду, потому что стал сбиваться. А вот скажу только. До чего они договорились? Они договорились светить всегда, светить везде. До дней последних донца. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. А я добавлю: ничто не изменяет жизнь мою. Всегда в строю. Всегда в строю. Браво! Благодарю. Жара плыла. Я вспомнил детское стихотворение. Я не помню его наизусть. Там среди двора стоит жара. Она стоит весь день, и ребенок удивляется, как же ей не лень жаре стоять на солнце целый день. Ну что ж это такое, такая жара? Ну хорошо, лето должно быть жарким, еще нахолодаемся с вами мы, все-все-все впереди. Пожалуйста, уважаемая Любовь, ваши летние воспоминания. Я летняя, родилась на Ивана Купала. Поэтому, да, 7 июля. Поэтому стихи, конечно, об этом времени года я пишу в теплых солнечных тонах. Стихотворение «Светлый ангел». А ко мне перед рассветом светлый ангел прилетел. Пахло спелой вишней лето, лучик солнышка олел. Примостившись в изголовье, улыбнулся ангел мне. Сразу стало так покойно в этой летней тишине. Родилось стихотворение. Белый шлейф мелькнул в окне. Светлый ангел вдохновение подарил сегодня мне. Безбрежье России. А небо сегодня безоблачно синее, шепнул мне в окошко с утра ветерок. Ах, как же прекрасно безбрежье России, не зря столько много написано строк. Склонилась береза в приветствии мило, и доброго утра мне клен пожелал. Ах, как же красиво!
Ах, как же красиво ко мне на ладошку луч солнца упал. Какое же счастье зарей любоваться и знать, что ты можешь в стихах рассказать про лучики солнца, что в руки ложатся, про небо российского синь благодать. Желтый одуванчик, мне бы утром встать пораньше, солнце луч поймать, желтый, желтый одуванчик с неба срисовать. Вставлен холст, давно подрамник, краски ждут поры, чтобы край в небесной раме вспыхнул от зари. И на холст мазком небрежным сбросил с неба синь и добавил нежно-нежно в мой аквамарин. И тогда в одно мгновение солнцем яркий круг примет холст и вдохновением все зажжет вокруг. Что это промелькнуло там вот сейчас? Да это лето промелькнуло, оно каждый год тут мелькает. То есть лето короткое время, радоваться надо летним дням. Ну, мы и радуемся, по-моему, да? Так и надо. Татьяна Алексеевна, пожалуйста. Так вот, благодаря Николаю Григорьевичу я написала стихотворение «Июль». Это недостающий был у меня месяц. Сейчас я вам его прочитаю. «Июль. Середина лета. Среди трав хороводы цветов. Сенокос уже начался где-то. Запасают дары лугов. Еще птицы в садах щебечут и птенцов своих берегут. Скоро с ними судьбе навстречу полетят они в дальний путь. Ну а в праздник Ивана Купала на Руси возжигали костры. И все в реках купались, бывало, для здоровья и красоты. А букеты белых ромашек, символ верности и любви, дарим мы родителям нашим, поздравляя их с днем семьи. На Петров день мы шухарили и встречали солнце восход. Мы тогда детьми еще были, позабыл тот обычай народ. Ах, июль, тебя в древности звали сладкоежка, и это так. Фрукты, ягоды созревали и на грядках, и на кустах. Да, в июле крыжовник, малина и смородина радуют нас. Соком жизни земля их вскормила, на столах царство ягод у нас. Что ж, июль, мы расстанемся скоро, в свой черед к нам август придет. Год пройдет, и мы встретимся снова, вновь душа о тебе запоет. Так. И, да. И вот сейчас мне пришла такая мысль, я ее сейчас потом выражу. Хочу прочитать вам стихотворение «Свадьба». Оно нигде не напечатано, ну, потому что был день семьи, любви, верности, ну, вроде как, будем читать в тему. «Свадьба. Юная невеста, рядом молодой жених. Им идти по жизни вместе, а сейчас весь мир для них. И родители с волнением смотрят на своих детей. Дай же Бог любви им верный и счастливых много дней. Платье белое красиво облегает тонкий стан. Ветерок фату игриво развивает по плечам. Едут в Ясную Поляну, уж давно так повелось, чтоб жених себе во славу через мост невесту нес. Молодежь развеселилась, нет у них пока забот, но о тех, кто поженились, новая дорога ждет. Поздравления, пожелания слышатся со всех сторон. Молодым мы на прощание вот такой совет даем. Живите долго и счастливо, храните верность и любовь, чтоб ваши чувства не остыли, а только зрели с каждым днем. Всегда друг друга уважайте, ведь Богом освящен ваш брак. Обиды тотчас же прощайте, храните свой родной очаг. Пусть радостью вам будут дети, богатым и счастливым дом. Семья – вот главное на свете. Быть вместе, жить
одной судьбой. Так, и вот теперь, с вашего разрешения, у меня есть такая авторская песня «Ромашки». Татьяна Ивановна ее слушала. Ну, это сейчас мне в голову пришло. У меня есть минусовка, но нету. Ну, я не думала. Хочу вам ее спеть. Ну, лето. Соберу на лугу ромашки, рядом в поле сорву цветок. Василек, что в синей рубашке, и сплету я любви венок. Ах, ромашки, любовь и ласки, принесли вы в судьбу мою. Ах, ромашки, солнышки, глазки, вам о счастье сегодня пою. В час желанной счастливой встречи ты мне тихо шепнешь «люблю» и обнимешь нежно за плечи, и мы вместе встретим зарю. Ах, ромашки, любовь и ласки, принесли вы в судьбу мою. Ах, ромашки, солнышки, глазки, вам о счастье сегодня пою. По дороге любви шагая, солнцу радуясь и дождю, о ромашках я вспоминаю и спасибо им говорю. Ах, ромашки, любовь и ласки, принесли вы в судьбу мою. Ах, ромашки, солнышки, глазки, вам о счастье сегодня пою. Ах, ромашки, любовь и ласки, принесли вы в судьбу мою. Ах, ромашки, солнышки, глазки, вам о счастье сегодня пою. Спасибо. Наверное, в жизни каждого человека было особенное лето, которое он никогда не забудет. У каждого лета своя история, а у меня целый роман. Пожалуйста, поделитесь вашими воспоминаниями о лете. О лете. Кончалось лето, где-то в конце лета это было. И, как мне показалось, уже осень притаилась в поле возле стога. Скоро лес закружит листьев хоровод, и всю ночь гуляет ветер у порога, и не спит, качаясь, тополь у ворот. Только лишь под утро все угомонится, и затихнут ветви, захмелев от сна, и зима седая тополю приснится, а бродяге ветру синяя весна. Я печальный тополь обниму руками, загляжусь, как прежде, в синеву небес. Прожитые годы мчатся облаками, и в багряных красках догорает лес. Здесь впервые счастье и любовь я встретил, и в тебя поверил, как в свою звезду. Ведь твое мне имя тополиный ветер выложил из листьев в стынущем пруду. Стихотворение так и называется «Тополиный ветер». Золотистой лентой вышита дорога, но того, что было, осень не вернет. И всю ночь гуляет ветер у порога, и не спит, качаясь, тополь у ворот. Вот такое стихотворение. Я искал сегодня, и вот нашел его только. А почему? Я теперь понял, почему у меня о лете нет стихов. Я же родился 1 января. Так что спасибо вам большое. Есть такая цитата интересная. «Раньше я любила лето», – пишет одна дама. «Но потом поняла, что лето может быть в любое время года. То есть можно сесть на самолет и улететь в страну, где лето. Любое время года может быть лето, лишь бы были бы деньги. И теперь я люблю деньги». Больше, чем лето. Пожалуйста, о лете, ваши воспоминания, что-то хорошее, связанное с летом. Извините, вся Проходите, в любви вот к этому сборничку стихов Татьяны Алексеевны, да, Чернышовой. В такой любви, начиная, как говорится, где у нее тут раздел про любовь, а потом и природа, и вот как раз про цветы, и сейчас хочу прочитать.
и про цветы, и про рай, и про незабудки, и все, в общем, у него настолько все мило, настолько прям доходчиво, но выучить еще не успела, выучу. Ну, начну с незабудок. Незабудки голубые, как небес салют, стайкой скромной, молчаливой, у ручья цветут. Ясноглазые подружки весело глядят, красотой изящной, тонкой, восхищают взгляд. Беззащитные, благородные дневные цветы в прелести своей природной чистоты полны. Незабудки, капли неба в зелени густой. Пусть нет пышности садовой в жизни их простой, но они волнуют сердцем, как нельзя забыть. Голубые незабудки хочется любить. Нежностью, надеждой дышит каждый лепесток. Незабудка, не случайно так зовут цветок. И вот все стихи Татьяны Алексеевны, ну, настолько милы, настолько хороши, что выучу, Татьяна Алексеевна. А сейчас можно я про женщин прочитаю стихотворение Андрея Дементьева? Я знаю, что все женщины прекрасны и красотой своей, и умом, еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Не их наряды и не профиль римский нас покоряет женская душа, и молодость ее, и материнство, и седина, когда пора пришла. Покуда жив, я им молиться буду, любовь другим восторгом предпочту. Господь принес нам женщину как чудо, доверив миру эту красоту. И повелел нам рядом жить достойно, по-рыцарски и щедро, и светло, чтоб души наши миновали войны, и в сердце не закрадывалось зло. Андрей Дементьев. Что еще сказать про лето? Лето должно получить штрафной за преувеличение скорости. Так оно быстро пролетает, к сожалению. Кажется, зима тянется, да, осень, а вот лето, фу, и вот не удержишь, да. Николай Григорьевич, вам еще слово, да, в заключении обязательно. Значит, хочу предложить вот такой план на август месяц. Я начал уже переговоры. Переговоры идут положительно. Надеюсь, что все будет выполнено. А дело вот в чем. Надо съездить к Дороганову. Значит, я поговорил с Гребенщиковым, это депутат. Он обещает дать автобус 16 августа. К 12 часам автобус будет стоять на стоянке здесь. Поэтому мы выезжаем дорогой. Говорим, рассказываем про август, последний месяц лета. Говорим, прощай лето, 24 и так дальше. Приезжаем к Дороганову, встречаемся с ним. И с ним мы еще договорились вот о чем. Помимо того, что смотреть плантацию, у него там новые цветы, естественно, появились, как всегда. Он еще хочет угостить нас. И знаете чем? Печеной картошкой у родника. Не против? Вот. И потом приедем назад. Если кто, кому мало печеной картошки, может с собой взять обед. Но мне достаточно одной-двух картошек. Я в деревне привык на картошке жить, тем более с родниковой водой. А почему я это вспомнил, значит, я расскажу дальше.
В детстве вот такой у меня случай был. Ну, нас было три мальчика, которые всегда были вместе в войну. Мы всегда не расставались. И вот однажды была вот такая же жара в Оренбургской области. И мы решили сходить к среднему роднику. Там в степи были родники, и у родника лесок, естественно. И вот мы давайте сходим к среднему роднику, с удовольствием попьем воду родниковую. Вы знаете, подходим к роднику, а там сидит местный охотник. И он же за лесами наблюдающий, лесник Мирон Васильевич, с ружьем. Мы увидели, говорим, ну что, подходи, а он у родника сидит и что-то ест. Мы говорим, а давай подойдем. Он, наверное, что-то пристрелил и сейчас жарит и нас угостит мясом. Подходим, а он сидит и ест печеную картошку с родниковой водой. Он нам обрадовался и говорит, ребята, я никогда никого ружье беру, но это больше, чтобы людей напугать. А я никогда ни в кого из ружья не стреляю. А вот печеная картошка, покушайте. И дал нам покушать. Я на всю жизнь это запомнил. И надеюсь, мы это повторим с вами у Дороганова Олега Александровича. Все, до встречи. Ну, мы тоже какое-то угощение с собой. Ну что, общая фотография.
стройка работает, кран не закрыт. Пятый год за углом ресторана, на столе стоит банка, а в банке тюльпан, а на окне стакан. И так идут за годы.